16 ноября Дакота была в роли ведущей скрининга для фильма «Комната по соседству». Режиссер Педро Альмодовар. Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур и Тильда Суинтон. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. На Дакоте надето длинное серое платье без бретелек с открытыми плечами Кейти Эйва. Платье сделано из особо тонкой мериносовой шерсти.